Ноябрьск-24. Здравствуйте. Прямо сейчас коротко о главных темах среды. Кому доверить кладку кирпича? В Ноябрьске проходит конкурс каменщиков. Буровые стали мобильными. В Ноябрьск-Нефтегазе научились добывать трудноизвлекаемую нефть. И цветы превращают в шедевры. В стране отмечают День флориста. Ноябрьск на втором месте в регионе по оплате взносов на капремонт. Такие данные приводит окружной фонд капремонта. Лидерство за Муравленко, там собираемость 97%, в нашем городе на процент меньше. Замыкает тройку Салехард 95%. Высокий показатель также у Лабытнанги, Губкинского, Шурышкарского, Ямальского районов. В этом году в Ноябрьске в программу капремонта попали 33 дома. Строительные работы проводят на 18 зданиях, по остальным объектам готовят проектную документацию. Срок окончания работ везде разные, самый крайний 20 сентября. До конца купального сезона в Ноябрьске остается всего полторы недели. 5 августа спасатели-медики завершат свои дежурства на единственном городском пляже – берегу озера Светлое. С начала лета ни одного ЧП с пострадавшими на водоемах Ноябрьска не случилось. Год назад утонувших было трое. Чтобы не допустить трагедии, отдыхающим не устают напоминать о правилах безопасности. Тему продолжит моя коллега Яна Джус. Эта лодка хорошо знакома отдыхающим на озере Светлое. Каждое лето спасатели выходят на ней в патруль. За спиной несколько сотен выездов. Официальный пляж в городе всего один. Рядом с ним дежурят не только спасатели, но и скорая. Это стопроцентная зона безопасности. Дно очищено от мусора, берег убран, а зоны купания помечены буйками, чтобы не приближались лодки. При этом так называемых диких пляжей в городе много. И, говорят спасатели, они для людей точно небезопасны. У каждого свой рост. Кто-то на 2 метра может зайти, кто-то на 1,5 уже ногами не цепляет. Это кадры июля прошлого года. Из озера у парогазовой электростанции водолазы достают тело молодого человека. Он зашел в воду вместе с друзьями. Выйти на берег живым не удалось. В 2018-м на воде погибли 3 ноябрьца. Люди, купающиеся в метре от тех, кому требовалась помощь, просто не успели понять, что произошло. Очень много мусора в воде, который может причинить там пораниться, порезаться. Если человек нырнул вниз головой, то может удариться. На территории Ноябрьска 8 водных объектов. 7 из них под запретом для купания. Нарушение правил влечет за собой наказание. Этим летом уже 10 человек оказались в списке нарушителей. Значит, санкция — административное наказание в виде предупреждения, либо административного штрафа от 500 до 1000 рублей. Один из таких нарушителей – знакомый Валентины Бырки. Мужчину оштрафовали за попытку искупаться в Ханто. Поэтому, говорит женщина, в выборе места отдыха приоритет отдали все же пляжу официальному. Когда заходишь, чистая вода. И дно, да, видно? И дно видно, да. И здесь хорошо отдыхать. Пожалуйста, беседка, столики. Мы уже здесь второй раз за это лето. Хорошо? Купание в несанкционированных местах, говорят спасатели, как игра в русскую рулетку. Здесь раз на раз не приходится. Очередной заход в воду может стать последним. Зацепиться в воде за корягу или уйти под воду на резком обрыве дна – дело нескольких секунд. Яна Джус, Александр Иванов, Ноябрьск-24. Среди причин, по которым отдыхающие не хотят ехать на официальный пляж – плохая дорога. По пути на Светлое машины просто застревают. На портале «Мой Ноябрьск» появилось обращение, адресованное администрации города. Автор предлагает рассмотреть возможность уложить на дороге асфальт или хотя бы бетонные плиты. И по возможности запустить пассажирский автобус. Журналисты «Ноябрьск-24» обратились за разъяснением городской администрации. Комментарии рассчитываем получить в ближайшее время. Государственная дума приняла закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка. Сегодня на помощь могут рассчитывать семьи, где размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе. Как пишут РИА Новости, теперь нуждающимся признают и тех, у кого доход ниже двукратной величины этого показателя. В законе прописано и увеличение срока, в течение которого можно подать заявление о выплате. Сейчас это 1,5 года. С момента рождения ребенка, а будет 3. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, изменения коснутся 70% семей, где родился первый или второй ребенок.
Ноябрьске определят лучшую бригаду каменщиков. Наш город второй год подряд принимает региональный конкурс «Славим человека труда». На этот раз за звание сильнейших в своей профессии борются 5 команд. 4 из Ноябрьска и 1 из Тарко-Сале. В каждой команде по 3 человека. Соревнования для участников начались в теории. Конкурсанты решали тест, связанный с их основным родом деятельности. Всего 50 заданий. Теперь строителей ждет практический этап. В четверг они продемонстрируют свои навыки на месте строительства будущей школы искусств в 8-м микрорайоне. Планируем целый день. В конце рабочего дня подведем итог. В зависимости, ну понятно, кто больше выложит объем, качество, неровности. Будем учитывать всю технику безопасности, охрану труда. Вот, ну и в итоге потом подведем итоги. То есть сама экспертная группа, она будет независимая. То есть мы будем просто наблюдателями смотреть, как это все делается. То, что раньше казалось недостижимым, теперь становится доступным. В Ноябрьснефтегазе нашли способ добывать нефть экологичнее и эффективнее. Идея появилась в прошлом году, а уже в этом ее начали воплощать в жизнь. По подсчетам специалистов, новаторский проект позволит не только снизить нагрузку на окружающую среду, но и извлечь дополнительно 6,5 миллионов тонн нефти, которая раньше считалась нерентабельной. Работы на этой кустовой площадке идут полным ходом 24 часа в сутки. Сейчас идет бурение первой скважины. Уже пройдено 300 метров. Чтобы добыть нефть по новой технологии, специалистам Ноябрьскнефтегаза пришлось изменить конструкцию скважины, а также применить нестандартное для подобных операций оборудование – мобильную буровую установку. Мы, значит, бурим на мобильном станке ZJ-20. Значит, сейчас у нас бурение. Бурение начали вчера. В планах у нас пробурить до глубины 3029 метров. Это не просто машина, а самая настоящая буровая на колесах. Маленькая и мобильная – это про нее. Применение малогабаритных установок для разработки небольших залежей нефти – идея, которая появилась в Ноябрьскнефтегазе в прошлом году. Дело в том, что наши месторождения они уже разрабатываются очень давно. И в процессе разработки остались какие-то небольшие участки залежи нефти, да, которые текущим способом, большими буровыми установками добывать нерентабельно. То есть стоимость монтажа этой большой буровой установки, она очень дорогая, и само бурение, оно очень дорого выходит. В отличие от большой стационарной установки, мобильная меньше в 2 раза и легче почти в 3. Но плюсы этой буровой не только в компактных размерах, но и в скорости сборки. Монтаж происходит вдвое быстрее и занимает до 14 дней. Столько же необходимо и на демонтаж оборудования, которое затем, без привлечения тяжелой техники, можно переместить на следующий объект. Это выгодно, когда в пределах одного месторождения нужно пробурить от 1 до 3 скважин. Если в пределах одного месторождения 15-20 километров, то она передвигается своим ходом. То есть мы складываем мачту, ложим ее на машину, и она едет своим ходом. По сравнению со стандартной буровой установкой, использование мобильной дает мощный экологический эффект. Для строительства скважины по данной технологии необходимо меньше электроэнергии и бурового раствора. Практически не ведется вырубка леса и не происходит нарушения почв при строительстве подъездных путей. Экономия от использования мобильных установок составляет порядка 30-40%. Есть экономический эффект за счет того, что мобильные установки зачастую меньше грузоподъемности, то и стоимость их на рынке гораздо дешевле. Сейчас на данный момент используется 20 буровых установок мобильных на реконструкции скважин методом зарезки бокового ствола и 3 мобильные установки на экспульсионных скважинах. Планируется, что за 3 года на месторождениях Ноябрьскнефтегаза таким образом пробурят больше 300 скважин. Они будут давать нефть в течение 30 последующих лет. Это принесет предприятию еще 6,5 миллионов тонн остаточных запасов, которые еще в прошлом году считались неизвлекаемыми. Елена Жаркова, Александр Морозов, Ноябрьск-24. На Ямале назвали имена лучших педагогов, в списке оказались и представители Ноябрьска. Всего в системе образования отметили 26 учителей. 6 из них преподают в нашем городе. Это педагоги из гимназии №1, школ №8, 12 и 14. Как сообщается на сайте Департамента образования Ноябрьска, победители получат премию в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, преподаватель географии 8 школы Лариса Украинец теперь представит Ямал на федеральном этапе конкурса.
24 июля свой профессиональный праздник отмечают создатели цветочной красоты – флористы. Дата в российском календаре появилась не так давно, в 2009 году. Тогда были утверждены характеристики профессии, а также перечень требований к умениям и обязанностям флориста. 24 июля в стране традиционно проводятся мастер-классы по созданию цветочных композиций, а флористы представляют свои лучшие работы. Подробнее об этой профессии и о новых тенденциях в цветочной индустрии поговорим с флористом Марией Вовкогон. Она стала гостем нашей студии. Актуальное интервью с ней смотрите в эфире телеканала «Ноябрьск-24» в четверг. Аномальная жара в Ноябрьске взяла передышку, на смену ей пришло небольшое похолодание. Столбик термометра в среду опустился до 21 градуса. Ветер усилился, его порывы достигают 12 метров в секунду. Примерно такая же погода ожидается в четверг и в пятницу. В субботу станет еще прохладнее, всего 17 градусов и, возможен небольшой дождь. По прогнозам синоптиков, потепление вернется в понедельник. Днем 29 июля воздух прогреется до 26 градусов. Еще больше новостей на сайте «Ноябрьск-24», официальных группах телеканала, в социальных сетях.